Да, это именно та машина 361, которую я делал как продольное, так и поперечное пиление, и она просто чудеса творила. В общем-то, здесь все топовые комплектующие, которые идут от всех топовых производителей. Цена 42 990 рублей. Да, дороговато. И вы меня всегда спрашиваете, а есть ли в нашем магазине трейд-ин? Друзья, у нас сейчас в тестовом режиме запускается трейд-ин на три модели. Это 365-я пила, это 361-я Pro и 372-я XP. Да, все пилы у нас супер крутые, профессиональные, можно ходить по 8 часов работать, деньги зарабатывать с утра до вечера, как говорится. И на эти пилы сейчас есть возможность получить до 50% скидку при сдаче либо бензиновой, либо электрической, либо аккумуляторной пилы. Какая у вас есть, такую приносите, мы обязательно вам поменяем ее вот на такую профессиональную вещь. А если вам интересны все условия акции, то давайте сейчас, набирайте вкусняшек, садитесь поудобнее, а я вам сейчас все расскажу. В трейд-ине у нас участвуют три пилы. Это 365-я, 361-я Pro и 372-я модель. Напомню, кто не помнит. 365-я 4,6 лошадиные силы, 5,3 килограмма, 45-я шина. 361-я пила тоже 4,6 лошадиные силы. Шинка у нас здесь 38-я будет, а не 45-я. Но сама пила будет в корне отличаться от 365-й модели. Ну и, конечно, фаворит. Это 372-я модель. Это, друзья, 5,5 лошадиных сил на 6,2 килограмма. Ну, такой вот пилой у нас вальщики ходят по лесу. И с утра до вечера ей как раз-таки пилят. На эти все пилы у нас действует акция. Принеси старую пилу, получи новую пилу со скидкой в 50%. Грубо говоря, 365-я пила у нас стоит на сегодняшний момент 32 тысячи рублей. Скидка до 50% в такую пилу можно купить за 15 тысяч рублей. 361-я пила на сегодняшний момент стоит 42 тысячи рублей. 20 тысяч рублей, если вы принесете вашу старую пилу. Ну и, конечно, 372-я пила. То же самое, 50% скидка. Если разговаривать про три пилы, какую из них лучше взять? Я бы, конечно, взял серию Pro. Почему? Ну, потому что здесь и карбюратор будет совершенно другого типа. ЦПГ идет профессиональное. Ну, в общем-то, на них и всякий ЦПГ идет профессиональное. Но здесь оно идет брендовое, от компании Meteor. А в этих пилах идет именно компания Zimani. Я не скажу, что это плохо либо хорошо. Я скажу, что в серии Pro будет декомпрессионный клапан. Будет идти профессиональная гарнитура 38 сантиметров. Такой пилой гораздо удобнее будет делать валку, чем 45-й шиной. Какие еще отличия будут? Крышка сцепления, что в первом, что во втором, что в третьем случае. У нас везде идет металлическая антивибрационная система. Идет как на пружинах, так и на резиновых демпферах. То есть, что будет показывать себя в летнее время года хорошо, что и в зимнее время года, когда даже резинки задубенеют, у нас будут отрабатывать хорошо пружинки. И мы никакой вибрации на руки чувствовать не будем. Ну, здесь вообще пила состоит, такое чувство, из двух частей. Очень легкий доступ к воздушному фильтру, к свече. Здесь у нас вот такие вот, раз, два, профессиональный фильтр. Свеча у нас стоит NGK, легкий доступ. Чтобы в 361 добраться, у нас вот раз, сняли, все, фильтр у нас нейлоновый идет, свеча у нас здесь. И также 372-я пила, тоже раз, и у нас здесь вообще автомобильный фильтр идет, автомобильного типа. Что взять лучше, что хуже, конечно, решать вам, потому что все пилы по мощности разные, по технические характеристики тоже разные. Я вам скажу одно, что каждая из этих пил можно легко выполнять любые работы, даже самые сложные. Потому что все эти три пилы являются суперкрутыми, профессиональными. Их можно в лес брать, ими можно деревья большие валить. Но если вы смотрели мои ролики, вы понимаете, о чем сейчас идет речь. Что это действительно на сегодняшний момент одни из самых крутых пил, которые можно взять с 50% скидкой. И зарабатывать бабки. Трейд-ин у нас запускается сейчас в тестовом режиме, поэтому участвуют всего три бензиновые пилы. Если вы хотите их урвать с бешеной скидкой, то, конечно же, прямо сейчас звоните нам и получайте 50% скидку. Если эта акция сейчас пройдет достаточно хорошо, естественно, мы запустим трейд-ин не только на бензиновые пилы, но также и на мотоблоки, газонокосилки и садовые даже трактора.
Поэтому здесь все зависит от вас и от обратной связи, которую мы получим от вас. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите мне в комментарии. На все ваши вопросы я с удовольствием отвечу. Если хотите приехать и лично подержать их, то все адреса будут написаны ниже под видео, в описании, где эти пилы у нас всегда представлены на витрине. Вы подъедете, сами подержите, поймете, какая вам подходит по весу, по удобству лучше. Если остались какие-то вопросы, зададите мне их лично. И мы с вами подберем действительно самый крутой аппарат с 50% скидкой. Всем спасибо за внимание. До свидания, друзья. До новых встреч.